еще одна в еврейскому. В Жмеринке лежит, в Жмеринке парикмахер стрижет генерала. Значит, Бродобрей ее так стрижет, а в это время генерал так говорит: поручик, я ваше превосходительство, а вы бывали в Лондоне? Нет, ваше превосходительство, пошел вон, дурак. Тут дальше его бреет, бреет, молчит. Поручик, я ваше превосходительство, а вот вы бывали в Париже? Нет, ваше превосходительство, пошел вон, дурак. Еврей добревает и говорит: я, конечно, извиняюсь, но у меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь бывали в Однярке? Нет, а что? О!